по полям решил прогуляться, так вот, может, что-нибудь, каких-нибудь камешков пособирать. Ну, вот яшма, наверное, отмоем, посмотрим. Будем мыть. Кварчик. Может, где-то жилёшка есть. Какая-то расцепуха где-то тут может быть что-нибудь. Вообще непонятно что. Ну вот это дымчак. Точно, значит, тут рассыпуха, пигматит. Вроде как похоже. И осколки дымчака. Ну, в этом месте видно лемех. Жилу подцепил. Еще бы разборонили, так вообще видно было бы. Тут же какие-то халцедончики непонятные. Но тем не менее, тут вот на этом пятаке можно погулять. Все в грязи только. Не видно ни хрена. Кварцик, кварчик, кварцик, халцедон какой-то. Вот. Весь в репее. Пока тут доберешься. Серия ям. Есть часик еще. Вот, покопаться хочется. Вот у этой, что ли. Там он еще где-то надо попробовать. Пигматит. Кварчик попадал.
осколки кварца. Кварц. Понятно. Осколок, что ли, кристалла? Ну вот. Вот это кое-что уже. Вот такая небольшая дрозочка. Тоже часть кристалла. Кварц, кварц, да не тот. Ага, слепка есть. Слепка всегда хорошо. С ней веселее. А, какой пигматит. Какие их те глипты. Красотень какая. Вот какая слюдка в пигматите. Прям как на телефонке. Из той же серии. Отмоем. Да. Был тут кармашек, был, конечно. Мошка откуда-то взялась. Отогрела. Немножко вот она и появилась. Чего через неделю снег станет? Может быть. Завязывать на. В общем, если рядом жила где-то есть, можно осматривать вот такие вот дороги, где проходит транспорт. Вот видите, это точно из жилы подцепил. Кварц, правда. Блесновый. Вот.
Ну вот, да, кварчик. Вот так вот. Вот такой вот параши и бывает интересное.